Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 681. События дня. Екклесиаста 7:26. «И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – оковы. Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». Ну вот из интернета статья «Антикультура», стоп называется, Наталья Поклонская. «Можно только сожалеть о состоявшемся накануне государственного праздника Дня народного единства, показе фильма «Матильда» в Санкт-Петербурге. Этим событием фактически дан старт дальнейшему нарушению прав граждан России, выступивших против грубого и циничного искажения отечественной истории, издевательства и глумления над образами святых Русской Православной Церкви». Она депутат и была прокурором всего Крыма. Девчонка. «До сих пор неуслышанными остаются эти и многие другие аргументы правового, финансового, морального и просто гуманистического человеческого характера. Затеяв говорить об истории России, автор до неузнаваемости поменяли подлинные исторические факты, показали ее руководителей слабыми, безвольными и сладострастными людьми, превратили трагедию одного из самых сильных государств мира в низкопробный эротический водевиль. И потом предложили нам всем смириться с таким видением российской истории и наших святых. Такое неприкрытое духовное вредительство сродни тому, если бы режиссеру и учителю поручили снять фильм о Холокосте, а он показал бы эту трагедию через постельные сцены и в итоге заявил зрителю, что его на самом деле не было, это все выдумка. Тоже можно сказать о геноциде армян. Или о фильме о Великой Отечественной войне показать, что ее выиграли американцы. Примечательно, что ни один «свободный художник» в кавычках пока не взялся рискнуть своей репутацией, замахнувшись на то, что является собой непрекращающаяся боль для миллионов людей. Так почему же мы так не уважаем себя? Ну, сама ли она написала, или кто-то ей помог, не знаю. Ну, тут я взял из переписки. У меня выходит здесь 23 еще октября Саша. Это как же столько стихов можно было написать? Это же больше, чем у Пушкина и Лермонтова вместе взятых. Я отвечу, я как-то по интернету поискал, сколько у Пушкина, все это выставил. Больше, чем у Пушкина, у Лермонтова, у Некрасова и у Блока вместе взятых. У меня 3467 стихотворений по 9 куплетов. Это на одной странице нашей книги, вот везде, 42 строчки. 9 и 4, 9 куплетов, 436, и дальше эпиграф. У меня получается стихи, 4 тома по 800 страниц. Каждая строчка занята. Готово, все это в интернете стоит на нашем сайте. А кто-то спрятался здесь один. Дальше его будут называть дядя Миша. Кто он такой? Вот. Он пишет, он фанат, почему-то в кавычке с большой буквы. Я не подряд все брал, а там много взял так. Склеренко, это Николай Склеренко из Австралии пишет, ну ты молодец. А все законники все равно будут обходить любимыми путями. Тут у меня-то дядя Миша, вы чему радуетесь? Думаете, что для вас особый закон? Свое собственное понимание навязываете Богу и ложно мечтаете, что местечко в раю все-таки найдется для себя любимого. Например, рассуждаете о бороде, а это как икс на лбу. Позорище. Господу стыдно за вас. Ибо он неизменен и такой же сегодня, как вчера и всегда. Дядя Миша, увидьте срам свой наконец. Наконец-то порадуйте братьев по вере. Ну, если кто не знает, вот посчитайте на эту тему, говорит, что Киприан Карфагенский. Какой грех берет человек, когда образ Божий пытается изменить? Некоторые на головах накручивают там, как Ефрем Сирин говорит, что в судный день вас с этими башнями на головах понесут куда-то, да волосы тащи, ты не знаешь. Может быть, человек, который в аду горит давно.
Теперь губы мажете, они все на собачьем жиру. Вот по тем временам. Сегодня, может, еще хуже. И вот здесь кто-то скрылся под этими, не знаю, как ромбики назвать, еще под вопросом, то есть сам себя не знает кто там. Но, во-первых, со стороны идеальной, единственной общины меня никто не считает братом. На соборе РПЦ рядом с патриархом сидел митрополит совершенно бритый. То есть он ссылки делать не написание, ничего, а еще где-то видел, значит, это оправдание. Николай Склиренко. Дядя Миша, я бы и не писал вам, если бы не испытывал самых добрых чувств. Вот вы жаловались, что там не понимаете, и сям не доходит, и тут что не принимает. Единственное, что можно сказать, нет дела, будете делать. Начните с малого, с бороды, например, или десятины. Испытайте Господа, смотришь, и в едении не замедлит. То есть, видимо, о пище. Вот вы увидели Безбородова. Ну и что вам до дел других? С вас спросят. А про бритого батюшку по ТВ на суде перед Христом говорить будете? Да наоборот, скажите, видел бритого попа, но не соблазнился. И тем самым облегчите участь того бесстыдного попа. Видение своей греховности, начало оздоровления души своей. Три восклицательных знака. Зачем вам падение великое? Смотрите, что вам пишет Господь, несомненно, и мне. Матфея 7:24, 25-27. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои, не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на тот дом, и он упал, и было падение его великое. Во-первых, со стороны идеальной единственной общины меня никто не считает братом. На соборе РПЦ рядом с патриархом сидел митрополит совершенно бритый. Отвечаю, идеальной общины никогда не было и нет. Даже не ищите. Трудитесь там, где вы есть. Ну и вот этот анонимщик. Это ниже их достоинства. Руководитель общины считает себя небожителем. Говорит, что он прописан на небе. Я не знаю, что со мной будет. Бог праведный судья, и по закону мне только адские мучения. То есть сам в аду, и нигде у него нету ни доброго слова, ничего нету. Вот. Кто это такой? Старый он, молодой. Это по правде. Если хотите, не только из-за бороды, вообще ничего доброго за собой не нахожу. Но помню Иоанна 3:16. Вы глухой, если не слышали на занятиях. Что-то еще опять. По поводу общины. Это все один и то же видно, потому что одинаковое число ромбиков. Вот надо придумать так, до какой степени стыдиться самого себя. Ни изображения, ни ничего, ни фамилии, ни имя, ничего нету. И человек ли это говорит, или демон, тоже нельзя сказать. А говорили, что имени нет только у демонов, бесов, у чертей. Склиренко, что не слышал? Нет, не слышал, мало ли где я. Я вижу, что у Егла то, что Господне, и это важно. Никогда не замечал, чтобы Игнатий Тихонович думал о себе высоко. А что до критики из его уст, то это скорее пламень боли, вырывающийся из сердца. И не только у него одних это пламя попаляет, а в других зажигает веру. Что интересно, Николай Склиренко я не уполномачивал говорить, не зомбировал его, как говорят. А он все про него понял правильно. Что бы я думал? И вот этот, ну, кто он тут? Не могу сказать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 и 14. Не в одну строчку. Что-то заложил здесь. Или так просто хлопал. Кто он такой? Мужчина, женщина. Дядя Миша называет. Веру во что? Что МП пора объявлять безблагодатной? Склиренко, вы из какой категории людей? Вы вообще кому трудитесь? Игнатию или Господу? Делайте, что можете делать, а не оправдывайтесь грехами других. Я так для себя решил пару лет назад и не прогадал. Перерыв закончился, мне пора работать, прошу извинить.
Ну и вот этот скрытный злодей какой-то. А ты посчитай записку Синода РПЦ зарубежной и ответ митрополита Виталия Царства Ему Небесного. Николай, мне наплевать, что они там пишут. Моя забота то, что я сказал, сделал, не сказал или не сделал. Тоже позиция правильная этот объявляет. Николай Скляренко. Левит 19:16. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь. А этот, который скрывается-то, ну, анонимщик. Их вообще нельзя разговаривать с ними, анонимщиками. Это решение, принятое в Думе. Анонимные записки в корзину бросать. Анонимные записки же погубили миллионы людей в России в советское время. Сколько раз зарекаясь никуда не ввязываться. И 111, видимо, 111 раз зарекался уже. И все равно не будет, как наша мать говорила, свинья, говорит, зарекалась, свой кал не ест, да опять сожрала. Юрий Соболев. Получил файлы. Игнатий Тихонович, спаси Христос, особенно ценен для меня ваш полный корпус проповедей в стихах. Сегодня начинается наш городской цикл лекций по Евангелию от Иоанна. Большая новая аудитория, люди, вопросы. Вот человек находит, преподает в государственном университете, в государственной академии, а это он при епархии трудится еще. Готовлюсь, скоро выхожу. Благословите, Игнатий Тихонович. Я говорю, я никому не завидую. Но все время во сне вижу, что я договариваюсь с ректором в нескольких университетах одновременно вести. И с вами будет Юрий. Вот я тут бы побыл. Он говорит, а я бы сразу у ваших ног сел и сидел. Вот так. Зазомбировали человека, и он теперь ничего не понимает, видать. У них ничего нет, это трафаретное. Говорит, с Лениным в башке, как писал Маяковский. Ну и какой день вчера был? Ну сегодня-то это у нас уже 25-е, 24-е. А, интересно, тут ролик записал, я его потом найду сегодня, покажу. Надежда Муха, она говорит, что надо бы порядок навести на полки, потому что уже 20 лет готовится, и как-то, ну, у вас как-то все это неровно вроде там так. И вот я говорю, ну, раз ты советуешь, ты и приходи. И она закончила работать, она медицинский работник, вот. И вот она приехала, а я ее заснял, как она убирает. Ну, долго убирала, наверное, больше часа. Это все прибирала, бумажки. Тут я покажу сейчас ролик, где. Вот, сейчас посмотрю. Так, как же я его назвал-то? Так, занятие. Святой Иоанн. Собрание. Ага, это папка, видать, события. А вот, кто предлагает дело, тому и доверяется его выполнить. Смотри, иди сюда, подойди. Гляди, я тебе зову, опять пошла, но начала, все. И стул бросила и ушла. Не наклоняйся ты, слушай внимательно, смотри. Кто предлагает, вот я скрываю, а здесь три ролика. Это аппаратура рвала. И вот гляди. Вот первый ролик. Вот. Пожалуйста. Ну, значит, приехала. Мы договорились. Что ты мне написала-то? Ну-ка, повтори. Ну, я написала, что вот эти полочки, они выглядят неопрятно, но трогать их нам никому нельзя, кроме вас, потому что ну, это да. Ваши полочки, и тут ваши документы, письма, ну, то, что должно быть у вас под рукой. И я вам предложила их разобрать, вы мне предложили приехать да, помочь. Давай, разбирай. Эту или... Да, вот это, одно и то же. Ну, вот... Да, сначала я вот так раскладываю здесь пачками, чтобы было видно, что спрашиваю, что к чему. Ну, вот это еще непонятно. Да. И это те помощники нужны. Это вот просто картоночки. Все, это когда мы много рассылали, у нас... Ну, вот теперь я буду дергать здесь, посмотри.
Я пришел, требование такое, они эту пятый том, вот сейчас я покажу, ну каждый том начинается, вот, и тут моя фотография. Как теперь дальше я просто местами трогаю. Ну там было по 120 страниц, полтора часа, сейчас по святым отцам. Конфессии нет, есть ересь, ну это старообрядцы, это православные. Вот почему. А это Министерство внутренних дел издает. А смотри, верховный. Так, на вскидку, посмотри, где. Вот. Это надо увидеть. Просто так, это никак. Это аппаратура записала один ролик. Дальше она оторвала это долго. По сути, закономерный отклик. В лице одного из постоянных читателей газеты, выдающегося знатока Библии И.Т. Лапкина, который существенно дополняет этнографическую зарисовку, разъясняя происхождение. Знаток Библии, этнографический... Уже никуда не трогать пока. Вот она одна. А вот смотри, алтайская. Путницу по просьбе начальника. В октябре ходила на службу в другие храмы. Метр 40. Ну, ее, конечно, я потрогал, она еврейка. Ну, я говорю, так написано. Однажды она увидела... Еще она делает, а я говорю ей, как вот она, вот все. Мешочек, ниточка. Костя Петре не потерял? Так, куда-то это положить надо здесь. Она требуется, видно, все. Нельзя в другой угол это видеть. Можно, вот, можно. Вот. Куда ничего нет. Самый конец. Вот так. Вот так. Пожалуйста. Кому надо, веревочку взял. Лампочка. О, она хорошая? Хорошая. Хорошая. Что сделать-то с ней? Ну, придется взять. Так, мешочки сюда положим. Так, свечи каких-то не покажем. У тебя ну, еще какой рост? 156. А, вес? Смотри, смотри, да. 58. Ты за границу не выходишь, да? Ну, вышел. Мне интересно. Ну, по крайней мере, знаете, значит. Я переписываюсь с этой женой Мулы. Прекрасные Самиры. Не имеют данные, все сходятся, рост и вес с Татьяной Кузьминичной-то. Я приехала, ты бы видела ее восхищение. Это нельзя описать. Она так руками сплеснет и присядет. Кому скажу, не поверят. Мой учитель, мой отец. Теперь третий. Это на три ролика разбирала. Ну, да надо, я спрашиваю, когда. Это у меня здесь в притворе. Итак, тормознули, просчитал. Я тут рядом с ним, посередине с ним стоим. Баварин Владимир Николаевич, ходя... У нас вот мы еще замуж вышли, вот она какая была. В Потеряевке приехали. А тебе могу надо? Пока. Бери, две пока есть. Ну давайте, две. Бери. А то, кажется, 20 что, по славу Божию. А, вот Надежда Васильевна мне пакет принесла. Ты тут стояла, что ли? Она мне сказала тут оставить, стирку. Ну, давай. Спаси Христос. Так бы лежала у меня неприбранная, если бы ты не пришла. Все. Вот три ролика, я теперь положил их в одну папку. Папка вот она называется. И там соединят, и потом это появится. Вот вчера это событие прошедшего дня. Все записано, абсолютно все. Как она зашла и как опять в машину села. А зачем? Чтобы увидели, как живут христиане. Многие вообще этого не знают. Ну и показать наши ресурсы. Это вот мой мир. Сегодня уже перетащила сюда все эти ролики. Вот. Которые я нам в своем видеоканале поставил. Это что у нас? Православный форум. 1602, кажется, темы. И наш видеоканал. Почти 8500 видеороликов. Вот даже видно, что просмотров 8 416 789. И 8726 подписчиков. Ежедневно по 5 ставлю. Летом даже больше было. И во свете Библии. В свете Библии. Это вот у нас тут
все есть. Новый Завет с толкованием, звук и видео, это из Златоуст, 12 томов, насчитано 50 книг аудио. И вот эти вопросы и ответы, они здесь, вот 4124 ответа по темам. Сейчас у меня по одному вопросу я брал из войны 9. Поэтому можно один вопрос взять. Вопрос 3349, номер. 19 том «Открытым оком». Почему так торопятся уничтожить приходы РПЦЗ на территории России, и кто более всего этого желает? Это вопрос мне задают. Эти приходы были действительно независимы, и многим открывали глаза на неканоничность образования патриархии в 43-м году. Указывали на гнилье в патриарших храмах, на безумство архиереев, их всевластность, по образу поставивших их коммунистов. Патриарх и президент понимают друг друга. Одна организация, мать, выкормила их. Про президенту, видимо. Нужны приходы за рубежом, чтобы там свои агентурные точки были. А церковникам более всего мешают здешние приходы. Патриархийные всех рангов, дельцы от религии, похоже, совершенно неверующие. Ломают судьбы и души, им это все нипочем. Они же детище Сталина и Берии. Другого от них и ждать не приходится. Местный епископ так и мог бы оставаться Ишимско-Сибирским с подчинением синоду РПЦЗ, а тот патриарху, как сказано было на соборе, но не в течение года поотворачивали все головы. Вот как принимают уже попов. Священник Владимир Карелин был запрещен в священнослужении. И 19 ноября 1993 года преосвященным епископом Курганским и Шадринским Михаилом на основании правил святых апостол перечисляет 39, 45, 55, 65. А 22 ноября 1993 года тем же преосвященным лишен священного сана. Лишен. В том же году К.В. Карелин был принят в общение с епископом, в кавычках, Валентином Русанцевым, в то время входившим в состав Русской зарубежной церкви. В 1996 году Карелин перешел в юрисдикцию епископа Евтихия РПЦЗ. В 2006 году Владимир Карелин обратился к святейшему патриарху московскому Сея Руси Алексию с письмом, в котором выражает свое раскаяние и просит о восстановлении в священном сане. С ходатайством там служил в священном сане. Какой священный сан? Когда в священном сане был, видите, сколько здесь неискренности, лукавства. С ходатайством о восстановлении Владимира Карелина в священном сане обратились также епископ Курганский Шадринский Михаил, готовый принять его в свою епархию, епископ Евтихий Курочкин. Последний отметил, что Владимир Карелин был главным его единомышленником в вопросе восстановления единства между Московским патриархатом и Русской зарубежной церковью, болезненно переживая разделение. Осенью 2005 года Владимир Карелин совместно с благочинным Шадринского района Курганско-Шадринской епархии протоиереем Михаилом Тихоновым подписал письмо против деятельности Русской истинно-православной церкви в 2005 году. Постановили, учитывая, что решение сана священника Владимира Карелина не было утверждено высшей церковной властью, вот Верховность выше утвердила, было вынесено без соблюдения всех установленных канонами процедур, а теперь и не лище об этом говорить. Установленных было принято в связи с самовольным переходом священника Владимира Карелина в юрисдикцию Русской зарубежной церкви, с которой Московский патриархат не находился в каноническом общении. А ныне такое общение восстанавливается, принимая во внимание ходатайство пресвященного епископа Курганского и так далее, т.д. и т.п. Также покаянное прошение Владимира Карелина, принят Владимира Карелина в сане пресвитера. Смотри «Открытым оком», том 7, проповедь 22, Псалом 24, 3 том, 8, так, 3. 8 том, вопрос, 2199, Оси 6, 9. Почему? Там, видимо, он у нас был, приезжал, я его знаю, хороший батюшка. Оси 6, 9. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. Лука 22, 52.
первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Стихотворение. Стеною ограждался каждый город, чтобы высота и толщина врагу не по зубам. Пришел на помощь изобретенный порох. Со взрывом был прорыв и общая беда. Враг ищет тайные подходы и тоннели, тогда и стены вовсе ни при чем, что многократно штурмом не посмели, того добились в темноте мечом. Нас оккупирует непримиримый враг, лев рыкающий жрет кровавой пастью, а если вломится, тогда на силу и грабь, в такой вот переплет нам не попасть бы. Щит веры есть стена при обороне, когда терзают внешние враги. Пусть внутренний защиту не уронит, чтобы священству брешь в нас не пробить. Стена канонов мыслилась защитой, а ею давят, как в Иерихоне. Подыскивая смелочно и щиплют слепцы духовные, погрязшие в трахоме. Для стен материал не пожалеете, кирпичики и блоки – это христиане. От чтения Писания испытания крепнем, особенно когда отход сейчас настанет. Стеною станем на пути греха, где с нераскаянными ждут объединения. Они начнут кусать и истово брехать, накроют образ наш своей тенью. Стена расстрельная, на вылете к ней пули, последняя опора для спины, последняя опора для стены. Как подошли, как на нее взглянули, Христом навеки бывши спасены. Мы за Христом невидимой стеною, неодолимое прогнозом поражения. Он силен защитить от слепоты, слюною. Для стрел врага стал избранной мишенью. Ну, на сегодня достаточно.